Сира. Слово «сира» в переводе с арабского имеет несколько значений. Это «идти», «дорога», «прекрасный пример», «состояние» или «положение». Применяется как путь, пройденный последним посланником Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Показанный им пример, сказанные им слова, его нрав, а также его жизнеописание. Усиление. Итог предательства. Мусульмане дважды теряли своих людей. Это придало сил иудеям Медины. Они принялись с еще большим рвением причинять вред. Пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, направился к иудейскому племени Бану Надир, которое по договору обязано было оказать финансовую помощь мусульманам. Однако иудеи попытались убить пророка, мир ему и благословение Всевышнего, сбросив на него каменный жернов, когда он и его сподвижники находились под стенами укрепления. Джибриль известил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о том, что задумали иудеи. Тогда пророк, мир ему и благословение Всевышнего, вернулся в Медину, где принял решение изгнать племя Бану Надир за их предательство. Для переселения им отводилось 10 дней. Однако иудеи, поверив словам лицемеров, которые пообещали защищать их, обрели уверенность и снова выступили против мусульман. Сподвижники посланника, да благословит его Аллах и приветствует, взяли в осаду укрепление Бану Надир. Через 15 дней осады иудеи сдались. Пророк Мухаммед, мир ему и благословение Всевышнего, позволил им покинуть Медину вместе с их семьями и разрешил им взять с собой все, что могли увезти их верблюды, кроме оружия. Большинство иудеев вместе с их предводителями переселились в оазис Хайбар, а часть ушла в Сирию. Хайбар – водный источник с финиковыми деревьями в 100 километрах северо-западнее Медины. Второй поход на Бадр. После битвы при Ухуде прошел год. Подошло время новой встречи мусульман с многобожниками. В месяце Шабан 4 года хиджры, январь 626 года нашей эры, пророк Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, во главе 1500 воинов, среди которых было 10 всадников, достиг Бадра. Против него выступил Абу Суфьян с 2000 воинами, среди которых было 50 всадников. В пути многобожниками овладел страх за свои жизни, и они решили вернуться обратно. Битва не состоялась. После этого события вокруг Медины установились мир и спокойствие. Инициатива перешла к мусульманам. Враги снова начали испытывать перед ними страх, не решаясь на ответные действия. Битва Ахзаб, Хандак. Ахзаб – союзные племена. Хандак – в переводе с арабского – ров, окоп. Лидеры изгнанного из Медины племени Бану Надир остались недовольны тем, что мусульмане начали жить в мире и согласии. Они вынудили курайшитов и другие арабские племена напасть на Медину. За короткое время было собрано 10-тысячное войско, состоящее из представителей разных племен. Воины направились к городу. Это событие произошло в месяц Шавваль 5 года хиджры. Совет. Узнав об угрозе, исходящей от язычников, посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, вызвал сподвижников на военный совет обсудить положение дел. В ходе совещания Салман аль-Фариси, да будет доволен им Аллах, предложил вырыть широкий ров у слабо укрепленного места города. Это предложение было сразу же одобрено. Ров длиной 1 километр был вырыт в северной части города. Поскольку территория на востоке и западе Медины была в лавовых камнях, а юг окружал густой лес. Ров рыли около 1000 человек. Через несколько дней работы были завершены. Ход битвы.
В назначенное время к Медине прибыло войско язычников, которое включало 4000 пеших воинов, 300 всадников и 1000 верблюдов. Через некоторое время к ним подоспело 6000-ное войско союзников. Общее командование было поручено Абу Суфьяну. По численному количеству войско многобожников значительно превышало численность населения Медины. Это обстоятельство напугало жителей города, вселило страх в их сердца. В этой связи Аллах Всевышний сказал: «Вот пришли они к вам и сверху, и снизу вас, и вот взоры ваши смутились, и сердца дошли до гортани, и стали вы думать об Аллахе разные мысли». Внутреннее состояние истинных мусульман, проявленное в тот момент, так описывается в Коране. «Когда верующие увидели союзников, они сказали: „Это то, что обещали нам Аллах и Его посланник“. Аллах и Его посланник сказали правду. Это приумножило в них лишь веру и покорность». Что касается лицемеров, то они показали свои истинные помыслы и намерения. «И вот говорили лицемеры и те, в сердцах которых болезнь: „То, что обещал нам Аллах и Его посланник, только обман“». Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, приказал спрятать женщин и детей в городской крепости, а сам с 3000-ным войском сосредоточился у рва. Язычники пришли в недоумение, увидев перед собой возникшее из ниоткуда препятствие, поскольку подобная тактика ведения сражения им не была известна. Они понимали, что им не удастся легко войти в город, поэтому было принято решение взять Медину в осаду и усиливать давление ежедневно. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники защищали Медину с большой отвагой. Осада продлилась 4 недели, союзники ничего не добились. После этого, по воле Аллаха Всевышнего, на лагерь язычников обрушился сильный ветер, который снес их палатки и перевернул казаны. В результате многобожники пришли в полное смятение и решили отступить. В перестрелке погибают 6 мусульман и 10 язычников. Тяжелую рану получил Сагд ибн Муаз, предводитель мединского племени Хазрадж. Это военное действие язычников было направлено на окончательное уничтожение ислама и последователей этой религии. Отрицательный исход сражения для многотысячного войска многобожников стал для врагов ислама ошеломительным ударом, сломил их моральный дух. Теперь никто не мог что-либо противопоставить мусульманам. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, в свою очередь сказал: «Теперь мы будем нападать на них, а не они на нас, и мы сами пойдем на них». Поход на Бану Курейза. Третье племя иудеев, проживавшее в Медине, было племя Бану Курейза. Они помогали лицемерам в борьбе с мусульманами, тайно поставляли оружие и отправляли воинов. Отказавшись защищать Медину, они таким образом объявили о расторжении договора. Аллах Всевышний через архангела Джибраила приказал мусульманам выступить против Бану Курейза. Мусульмане взяли их в осаду, которая длилась 25 дней. В результате иудеям не оставалось ничего, как сдаться и подчиниться посланнику Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего. Вся мужская их часть была взята в плен и строго наказана. Все имущество племени перешло в пользование мусульман.